сила, скорость, ловкость, мощность, координация, точность, равновесие, гибкость и выносливость. Все это кроссфит. Все это функциональное многоборье. 12 сентября. Площадь Свободы. Второй этап открытого Кубка Харькова по функциональному многоборью. Регистрируйся на сайте sportevents.harkov.ua и участвуй в соревнованиях вместе с лучшими атлетами города. Приходи болеть, и ты увидишь, насколько разнообразным может быть спорт.